Девизом этих состязаний может стать слоган «Больше участников и различных видов спорта». Во время спартакиады трудовые коллективы от организаций и предприятий играли в дартс, нарды, шахматы и стреляли из пневматической винтовки. А сейчас уже известны результаты соревнований по волейболу. Волейбол всегда был одним из самых популярных видов спорта. И он традиционно является частью соревновательной программы ежегодной спартакиады трудовых коллективов. На площадке «Химика» в борьбе за победу сошлись 12 команд. В ходе жеребьевки они были разбиты на три группы, из которой определялись чемпионы. В борьбе за первое место отыгрывалось каждое очко. Многие из участников спартакиады играли не хуже профессионалов. До самого последнего момента было непонятно, кто же выйдет победителем. В дополнительной партии за выход в финал боролись волейболисты АГУ и скорой помощи. В результате лидировало студенчество. Второе место досталось команде Еврахима. И на третье место вышли сотрудники РЖД. 6 июня трудовые коллективы сыграют в баскетбол. Наталья Колесникова, Станислав Васильев. Новости спорта.